Так, значит, у нас тут чурка да ба. Решил заложить паркетом, так сказать, местное общежитие. Вот видите, он в общежитии находится, вот можно посмотреть. Корабли стоят. Вон там, смотрите, травка, видите, там летят по дорогам челноки. Китайцы товар везут. Чурка нам оторваться хочет. Вот, вот видите, тут челнок, паркетиком он заложен плохо. Чурка нам хочет его переложить, но пока что не сошелся в цене. Вот тут вот видим такие поля, через которые проходишь и все, и ты облучен, как в Чернобыле нахер. И жить тебе осталось, в общем, совсем недолго. Здесь какие-то мутанты, звероящеры одинаковые. Как они друг друга различают, тот еще вопрос. Здесь у нас какой-то актовый зал, видимо. Фиг его знает, что это такое. Так, здесь беззвучно беседует мутант с бабой. Видимо, он хочет ее трахнуть, но она пока что не дает. Так, сесть он не может, а тут какой-то робот ходит. Робот. Тут у нас тёлочка, метёлочка. Тут люди какие-то стоят, никуда не ходят безжизненно. А, они в банкомат очередь ждут, понятно. Тут вот плазба. Что-то говорят. Не по-русски, бусурмане. Тут игровой автомат. А, нет, жратва, жратва. Видать, Ролтон, доширак. Так, тут какой-то робот. О, Диана Аллерс, говорить. Ну-ка. Посмотри, какие у меня сиськи. Ну сколько дашь? Чурка дама может паркета нама в туалете положить. Не пойдет. Нужно еще в ванной положить, чтобы потрогать мои сиськи. Они очень крутые, как ты считаешь? Я думаю, они достойны, да. И у меня прическа зашибись. 1000 рублей в салоне отдала. Чурка нама только в туалете положит. Нет, ну слушай, ты мужик, ты вообще, ёпта, ты чё? Из Казахстана приехал и думаешь, уже все что ли? Герой войны, мазафака? Нифига себе, он такой думает от его мысли. Так что давай, короче, и в туалете, и в ванной, мазафака, а может и на кухне. Нифига у вас цены, чурка даба, не соглашается. Жаль, я ничего не прочитал, устроит вас такая или мне. Так, ни за что нажму, чтобы потом еще раз... Это сама прочитать, так сказать, диалог, который был. Ну смотри, короче, подходи, если чё. Так, чурк нам и не согласился. О, видите, там Нормандия, вон, смотрите, Нормандия в окне. А куда тёлка-то делась? Куда-то съебалась. Пипец. Только что тут была и уже нету. О! Авина. Здравствуйте, капитан Шепард. Добро пожаловать на Цитадель. Мы знакомы? С вами говорит Авина, интерактивный виртуальный интеллект. Так ты Ви? Да, я представляю информацию по ключевым зонам Цитадели. У меня есть сиськи. Это стыковочный отсек D24. Примите во внимание, что в связи с недавними событиями стандартная проверка службы безопасности может включать предъявление официального удостоверения личности и разрешение на оружие. Изучить. Чурка даба хочет узнать, что у вас прочие зоны цитадели. Стандартная проверка местной достопримечательности. Чурка дама хочет узнать местные достопримечательности. Что здесь еще? Вы находитесь в стыковочном отсеке D24. Согласно вашим биометрическим данным, у вас есть допуск дополнительной информации по отсеку. Пощупай мои сиськи. Можешь еще. Данный шлюз в настоящее время представлен кораблю Альянса Систем Нормандия. Через иллюминатор отсек открывается один из великолепных видов, которыми славится Цитадель. Зона ожидания. А вот что за помещение? Зона ожидания предназначена для тех, кто намерен встретиться со мной в прибывшими. Она расположена за блоком проверки.
Так, прочие зоны цитадели. Чурка нам они понимать. Чурка нам они понимают, мазафака. Другие важные зоны тут есть? От всех Е-24 был модифицирован под жилой в связи с недавним наплывом гражданских иммигрантов. Пощупай мои сиськи. Если вам потребуется связаться с официальным представителем вашей расы, пожалуйста, обратитесь в соответствующее посольство. Медицинские услуги на президиум представляются больницей Гуэрта. Общие залы президиума являются культурным центром цитадели с момента основания совета. Нихуя не понял, что она сказала. У нас в Казахстане такого нету. А что там с усиленной безопасностью? Добавлены новые защитные поля, что позволило ускорить процесс проверки на всех стыковочных станциях. Защитная система цитадели использует новейший механизм биометрической идентификации, разработанный фондом СИРТа. Примите во внимание, что любая попытка обхода системы безопасности цитадели приведет к немедленной блокировке отсека. Нихуя не понял. У нас в Казахстане так нету. До встречи. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь, если у вас возникнет потребность дополнительной информации. В общем, первая высадка будет где-то у Павелина. Нам говорят, что на связь особо рассчитывать не надо. Жена отбывающего солдата. Буду записывать. Отбывающий солдат. Но нам сказали, что вы не забиваете канал, следует воздержаться от любых видов связи. Отбывающий солдат. Ключ передает военные данные, нельзя терять ни одного пакета. Жена отбывающего солдата. А как же нам с тобой? Да уйди ты, таракан. Тараканомиус. Так, сюда пройти нельзя. Что-то он ускорение не бегает. А, вот и все ускорение, чуточку быстрее. Камера просто приближается, раньше он вроде сломился. Носил сломя башку. Тут можно посмотреть карту, короче. В-1. Воздушный шлюз Нормандии. Так, короче, прилетели мы в посольство. Цитадель Эмбасис. Welcome to the Citadel Embassies. Human Embassy. 31 ST Floor. Ух ты, плитка какая! Чурка нама. Видимо, здесь хороший поработал. Плитка-то ого-го. Ого-го, плитка. Ух ты. Как они не врезаются друг в друга. А если пьяный какой? О, прикиньте, он сам это в окно приближает. Ну, растение, скажешь, говнецо, говнецо. О, текстурка земли полная. Хуйня. Небо. Текстурка неба заставляет огорчаться жители Казахстана. Так, что-то здесь какие-то лаги. Ну, это, конечно, еще из-за записи фрапсом. Так, здесь два пиздельника. Инопланетянин-пиздельник. Ага, вон опять эта тетя, которую можно побазарить. А тут... Так, дерево. Хуёвое такое дерево, вообще позорное. 95-й год. Так, вверх. Вверх не очень высоко. Мне это напоминает этот торговый центр, если между нами. Тут можно пожрать. О, видали какой бобик? Пожилая женщина. Сотрудник посольства. Но мы уже говорили, я рассказал вам о задании и... А, вот, ничего подобного, я только что заполнил заявки, на службе он очень актуальный, выходит на связь каждую, короче, пропал, ему надо будет искать. Но я искать, естественно, не буду, нахер мне надо. О, какая прикольная фиолетовая ванильная тетя. Модная, это у них такой загар, что ли? Фиолетовый. Ух ты, у нее, видите, пупок голый, обнаженный. Че она пырится? Как бы присесть, жаль, присесть нельзя, я на этого чубрика хочу посмотреть. Он единственный, кто как-то выделяется из этой толпы однобоких инопланетян.
Так, ну ладно, в баню. Что тут еще? В жмем. В его советник урина. Это два. Это вот туда вот надо бежать. Так, там лифт, откуда я пришел. Давайте немножко пробежим здесь, вот как видим. Под алюминий сделано специально, чтобы текстурки не тратить. Дверь открыть. Это у нас что такое? Туда садит. Окружное отделение СБ. Нет никакого заговора против человечества, мисс Аль-Джалали. Просто совет сейчас не дает интервью. Мои зрители узнают, что СБЦ совет закрывает перед ними двери. Послушайте, почему вы решили, что мне нравится роль швейцара между папарацци и политиками? Мне некогда их опекать, и вам помогать я тоже не собираюсь, сука базафака. Ладно, я буду жить здесь. Хорошо, надеюсь, спальный мешок у вас с собой. Пошла отсюда, тупая дура. Капитан Шепард, о, капитан, у человечества есть вопросы. Да, у меня у самого вопросы. Чёртовы папарацци, вижу, вы храните мир. Да, я словно главный бы швейцар. Большинство людей вас приняли. Торчать тут рядом с шишками мне было лучше на улицах. Зарплата мне нравится, но я слишком далек от политики. Зачем тогда соглашаться? Терпите, глупая игра. Глупая игра. Политики – сорная трава галактики. Эти слова да на транспарант. Вот Земля меня очень беспокоит. Не только вас. Я там уже много лет не был, может, теперь уже и не суждено. Если это не конец света, то чертовски на него похоже. Плюс 2, отступник. Я увяз в проблемах по уши, но если чем-то смогу помочь, то сделаю все, что возможно и невозможно изучить. Война. Цитадель готовится к войне. Все необоснованно считают, что на безопасности даже те, чьи планеты уничтожены, думают, что спаслись. Это не просто человеческая природа. Все мы лжем себе, чтобы справиться со страхом. Страхом. У Шепарда Бицуха огорчает Водобаса. Проблемы. Мне казалось, здесь относительно тихо. Но в сравнении с тем, откуда вы пришли, да, но война ощущается везде. Миллионы жителей галактики оказались согнаны со своих мест. Большая часть их не прочитал. Наверное, вам пришлось не прочитал. Я перевел большую часть своих людей на пограничный контроль, но мы все равно не справляемся с обработкой прибывающих. Удачи. Сначала будет тяжелее, а потом полегчает, Белли. Да, если вообще не прочитал. Так, все тут понятно. Паркет Чурканом хороший тут поклал. Так, обстановочка, конечно, у нее бедная. Глазу захватить не за что, не во что. Так, я пришел оттуда. Значит, надо идти сюда. Так, а что у нас такое? Это у нас... Два, советник Удина. Ага, это туда в последнюю очередь. А это у нас... Ага, это куда-то три. Короче, пока что я не могу туда войти. Секретная дверь, как в Моровинде, тоже не везде можно было пройти. Да ты просто не знал, куда идти. На самом деле, всякие герои и так далее, они всегда там стояли просто так. Но ты же не знал, кто из них герой, а кто из них не герой, поэтому ты не мог к ним прийти. А еще многие были спрятаны в каких-то пещерах, а пещер были миллионы, поэтому ты не мог прийти. Хотя ты в любой момент, если ты знал, то ты мог в любой момент прийти в пещеру, и там бы этот главный враг, Фагот или как его там, он был бы там. Капитан, советник Урина предупредил, что... Идемте со мной, совет уже заседает. Советник, жнецы вторглись и в наше пространство. Земля важна не более не менее, чем любая планета Совета. Но Земля первая планета Совет, попавшая под удар. По всем подсчетам видно, что на ней сходится острие атака врага. Как вы можете знать, что это острие, это атака? Жнецы открывают все новые и новые хуйни. Ну, какие сиськи. Отчеты точны. Земля была атакована, подверглась полномасштабному вторжению.
И это только начало. Нам нужна ваша помощь, вся какая возможна. Земля страдает, но и нашим планетам нелегко. Турианцы потеряли Таурус. А мы должны сражаться с врагом. А что если... Отчеты весьма печальны. Если мы бросим все, что избито со жнецами на земле и проиграем, что тогда? Я не жду, что вы пойдете за мной, хуя бы я не прочитал. А у меня классные сиськи, посмотрите и пощупайте их меня. У меня есть план, чертеж, созданный протарианцами. А я, блядь, смотрите, какой урод, и мне хуёво. А у меня, блядь, есть сиськи, и смотри, у меня какая рука, заебись вообще. Я и дрочить круто умею. И оно способно уничтожить что-то. Оно огромное и сложное. Бесполезная затея, протарианцы были уничтожены жнецами. Ясно же, что оружие не поможет. Там не доставлял одного компонента. Вот некая штука, которую они назвали катализатор. Им не хватило времени, чтобы построить постройку. Закончить. У, бля, я нахуй с хищника, ёпта. Верю, что можно попробовать. У вас есть план получше? Так как все равно похуй, что отвечать, я дожбу первое. Лиара верит, что это может помочь. Я тоже. Иудина прав, нам нужно... объединиться сейчас, как никогда. Вот так-то. Жнецы не ограничатся землей. Они уничтожат всех органических существ в галактике, если мы не найдем способа остановить их. Ебанись. Стадо ебанатов. Советник не может дать земле нужную ей военную поддержку. Сначала нужно помочь нашим планетам. Саларианский союз проводит референдум. Если мы можем защитить свои границы, сумеем помочь и вам. Ебать, какой я урод. Наши флоты тоже связаны боем. Я могу предложить вам лишь честность, капитан. Не стану давать обещания, которого я не смогу сдержать. Стадо ебанатов. Шепард, зайдите ко мне попозже. Надеюсь, это предложение поддержки. Я постараюсь раскопать протарианское устройство, хуя моя, не прочитал, слишком быстро титры идут. Шепард, они просто кучка самовлюбленных болванов. Хоть у нас и есть место в совете, а человечество всегда будут считать второсортным. Как они могут быть так слепы? Советник турианцев. Капитан, я не могу дать вам того, что вы просите, но могу сказать, что не прочитал. Я слушаю. Военный совет звал примарх Павелена Федориана. Он тоже вам кто нужен, он открыт для крайних решений, ёпта. Беда в том, что он не выбрался из системы половина, когда напали шнецы. Мы не знаем, жив ли он еще. Он очень важен для совета. Если бы Нормандия смогла спасти его, оставшись, что-то, блядь, не прочитал, ёпта. Значит, услуга за услугу? Это шутка, я надеюсь. Жнецы рвут нас на части, а вы собрались заключать сделку? Я пытаюсь вам помочь, капитан. Лидеры совета создают военную стратегию, а здесь прислушаться к их решению. Спасите примарха, получите себе союзника такого, который может дать вам все, что нужно, ёпта. А жнецы тем временем пожирают землю. Ваш советник был прав. Нам надо работать вместе, это лучший способ победить, мазапака. Чурка на ма пакеты на ма класть, ёпта. Наша разведка говорит, что примарх Фрейдериан на самой большой луне Павеловеда. Проберитесь за вечер, да и обратно, ёпта, не прочитал опять. Удачи, капитан. Пизда бы я не прочитал, ёпта, слишком быстро, мазафака. Есть еще кое-что. Совет согласился восстановить вас в звании спектра. Вам станут доступны особые полномочия. Удачи, мазафака. Неплохо так все прошло. Посмотрим, можно ли поддержать этот совет, ёпта. Я пока поговорю с остальными, это начало, мазафака. Спасибо! Спасибо, а еще делать? Так, данные обливены, обновлены. Все время думаю, что чем сильнее что-то меняется, тем больше оно остается прежним. Вот такой вот я мудак. Терпеть не могу эту фразу, фатализм. Не так надо видеть мир, какой я уебан. Если мы чего-нибудь не придумаем, будет такая братская могила, один с миллиметром эпитафия.
Я знаю, что делать. Человечество не только боятся, но и любят. Надеюсь, из этого удастся извлечь пользу, блядь. Ко мне маленькая пенсия, нахуй. Надо уходить, все, я, блядь, уваляюсь, пизду. Постараюсь получить финансовую поддержку, ебаный в рот. Объявлю призыв колонии, прикажу ставить орудия на все гражданские суда, на пролетариатское устройство будут работать без перерывов. Изучить. Земля, использование, блядь, в пизду. Чурка все равно не запомнит, поэтому нахер. Так, до встречи. Мне пора. Давай, пиздуй. Так, давайте посмотрим, что делать. Да-да. Так, посольство. А что делать? Как это нажать? Данные, вот данные, наверное. Приоритет. Приоритет цитадель. Нужно сообщить совету об угрозе со стороны жнецов и о том, что может отправлять... Ага, это понятно, это все закончилось. Кодекс, это все херня. Да, значит, приоритет половин. Примарх Федериан от лица Турианской иерархии объявил сбор, что дает возможность... Спасите, короче, половину со спутника, и все будет заебись. Уютно тут, а. О. Ну-ка, приближайся. Так, тут есть тир, где можно пострелять. Вес, раскладка оружия. Модифицировать, видимо, можно. Хрен его знает, как модифицировать. Я подбирал какие-то модификации, но они что-то нигде, по-моему, не появились. Здесь расстояние до цели. Патрончики. Приблизить. Отдалить. Ну и тут херня какая-то. Ну, короче, жопа. Вообще непонятная, зачем. Каков смысл. Так, это я забежал в больницу просто так, по своей инициативе. Просто, чтобы посмотреть, какая здесь обстановка. Понятно, что она принципиально не отличается, но так, чисто. По приколу, так сказать. Что у нас здесь? Лаборатория. Здесь вот тоже это видно. Все довольно-таки неинтерактивно, в общем-то. Все дубово. Так, значит, я вернулся в Нормандию, пошел какой-то ролик на Луну, Павелен или куда там, на спутник какой-то. До всяких случаев решил записать, бал ли, может, что-то интересное будет, неохота потом возвращаться, если. Опять от мальчонка бежит, которого он типа спас на первом уровне. Короче, кошмар. А, уже можно идти, что ли? Это что, кошмар, как Макс Пейни, помните? Кто помнит, Макс Пейни был ровно так же, он... Типа сон, видите, он тут замедленно, короче, бежит. Куда бежать, непонятно. Или надо на этого пацанчика, как педобир, бежать. Вон он. Ну, короче, эта идея полностью из Макс Пейна сперли. Тупая, я ненавидел от Макс Пейна, вот этот вот я ненавидел, вот когда он так бегал. Такой бред. Листочки полная хуйня. Ну, рачком стал. Педофильство какое-то прям. Зачем ему мальчик? Почему нельзя девочку постарше? Ну и чё, теперь опять за ним бежать, что ли? Пипец.
Или куда? То есть стрелки-то нет, хоть бы показали, куда бежать. Ага, вон он опять. Блин, заколебал. Он, конечно, он быстро убегает. Это этот как в киселе бежит. Бредятина, бредятина. Зачем они это сделали? Я тебя спасу и паркетиком обложу. Мужик, дай аккаунт World of Tanks погонять. Хочу продать твои лавы и КВ за кредиты. Я школьник. Третий класс. Ну, матные слова я уже знаю. Проснулся Чурканама. Сейчас будет паркетиком все класть. Ох, тяжела дума. У него фейспалм даже не получился, потому что ладонь не коснулась, так сказать. Ну, правда, может, он просто лобешник хотел почесать. Лера, тебе помочь? Отправляю данные турианского советника на устройство протериана. Его не построить без помощи совета, но... Знаю. Ты как? Бывал и лучше. Я не хочу об этом говорить. Жесть вообще. Просто спать хочется. Капитан Шепард, я специалист. Ой! Извините, я думала вы один. А вас двое. Иди отсюда, иди, плохая, ты плохая, иди отсюда. Капитан Шепард, я специалист по связи с Саманта Трейнер из исследовательской группы Альянса. Я входила в группу, которая модифицировала Нормандию, когда вы ее передали Альянсу. Когда атаковали жнецы, на борту нас было немного. Все нормально. Докладывайте, офицер. Все нормально. Все нормально. Спокойно, специалист трейдер. Все в порядке. Спасибо, я в лаборатории работал и никогда не думал, что буду служить на корабле. Может, расскажете о модификациях? Ну, теперь корабль соответствует спецификациям Альянса, и на нем стоят новейшие коммуникаторы на базе квантовой сцепленности. Вообще-то, адмирал Андерсон хотел использовать Нормандию в качестве дебильного штаба. Ну, штаба мне не бывать. Да, я слышала, но он предпочел остаться в строю. В общем, служить под вашим началом, капитан, для меня честь. Возьми меня. Возьми меня. Ну, если вы, конечно, не против, меня ведь просто прислали за работами понаблюдать. Но трахни меня. Сузи, Шепард, часть систем нуждается в тестировании, я специалист-трейнер не прочитал. Рекомендую оставить ее. Ясно, Сузи. Подождите-ка, с каких пор виртуальный интеллект задает вопросы? Сузи, искусственный интеллект с полным сама... Я знала, так и знала, что Джокер врет. Ха-ха! Джек попросил меня изображать обычный вид, чтобы защитить себя. Приношу извинения за обман. Спасибо, Сузи, а я прошу прощения. Блин, задолбали же это говно. Не буду я это озвучивать. Так, короче, вот это Нормандия. Пушки взять нельзя. Так, вот оно все. Места для пассажиров. Лифт какой-то. Боевой информационный, жилая палуба, инженерная палуба, док челноков, ебанись просто. Ну, в жопу, не буду исследовать. Помню, в Mass Effect 2 я начал исследовать, немножко побегал. Ну, примерно я видел, я думаю, ничего не изменилось. В баню. Вот ее, типа, система Нормандии.
А, Ту-144, она напоминает этот Нормандия. Так, в общем, сейчас нужно куда-то лететь, я так понимаю. Блять, опять эти пизделки. Так, вот она, карта галактики. Здесь у нас достаточно незатейливо. Спасти турианского примарха. Жмем. А, даже так, я думал, там будет вход в галактику. Ворота, как в X3. Выпускай, который позволяет воспользоваться инстинктом для нахождения. Так. Непонятно, что написано. Треби, сканировать. Топливный склад. Ретранслятор. Ничего. Что делать? А, вот же она, вот она, Нормандия. Берешь и летишь. Во, спасти турианского примарха. Уинь, полетел. Блять! База фака. Вылетел. Да иди в баню. Как туда войти теперь? Костиль. В баню. Летим и влетаем сюда. Как влететь-то? Выход на орбиту. Крупнейший из лун во время... Пипец, говно. Приземление. Посмотрим, что тут. Выбор спутников. Лиара выбрать. Джеймс выбрать. Тут выбора-то нету особого. О, раскладка оружия. Почему нельзя просто сразу полететь? Подтвердить ее. 7 очков доступно. Подтвердить ее. В жопу. Неохота с этим возиться. Все равно спутники нихера ничего не помогут. Эгегей. Так, тут типа какой-то махач непонятный. Это Нормандия или не Нормандия? Или это похоже сюда на Нормандию? Типа стрельба идет, все дела. Херотень полная. Во, Нормандия. О, жесть, опять базар, шмазары. А, потом включу. Oh, no. О, зашибись, смотрите. Зашибись. All right. Get in, get out. Let's move. Так, как уж там способности-то юзать? Забыл. Да уйди в баню. О, а
одна способность родилась. Что-то я не понял, а чё способности так это? Там я ими как из автомата стрелял, а тут... И чё, они до бесконечности будут бежать, как в тот раз? Текстурку заоценим. Текстурка шхерли, а... Стоило мне отвернуться, и они сразу кончились. Видимо, в этом секрет, надо было отвернуться просто. О, смотрите, как прикольно, да? Прикиньте, вот так бы на земле вот такая вот херотень. И столкнуться с ней. Так, посмотрим, что тут интересного. Что-то я ничего не вижу интересного. Турианский солдат, говорить, это опять будет пиздоболия. Так, ну текстурки сами понимаем какие. Ну тут понятно, тут унылое, это унылый такой уровень. Ну и, кстати, он достаточно симпатичный, что-то в нем есть. А, во, херня, видите, шагает. Ебанись. Ну, спешить не стоит. О, еще одна херня. Все, ничего не произойдет. Так, В, куда бежать-то? О, прикиньте, В не работает. Данной карты нету. А, ну, по-моему, тут просто бежать вперед надо. Как с ним побазарить-то? Что, уже нельзя поговорить, что ли? Пробежал и все. Да, похоже, уже нельзя говорить. Надо было сразу базарить, а теперь он отказывается. Найти старшего офицера. И тебе, знаете, какая тут атмосфера, что он без маски дышит. И какое притяжение. Мне написали в комментах к первой части, что типа на Марс, когда они полетели, там притяжение в два раза меньше, и, соответственно, динамика была бы другой. А тут вообще какой-то спутник. Не, спутник, конечно, может быть и громадным. Блок данных изучить. О, винтовка взять. Открыто оружие экипировать. А да, это у меня какая винтовка была. Слушайте, в натуре что-то мана плохо восстанавливается. До этого было просто реально как это. Как из пулемета херачил. Слушайте, а раньше, по-моему, В, когда сжал, он показывал, куда бежать. Нет? Табестик, ставьте бойцов. Есть. Сержант Бантус, придумайте, как наладит связь. Есть, база флака. Капитан Шепард слышал о вашем прилете, но все не мог поверить. Капитан хуючу, я ищу примахера примарха Федериана. Ну, бля, таракан нахуй. Примарх Федериан мертв, его челнок сбили час назад при попытке отлета с земли. Это все усложнит, ёпта. В жопу. Так, тут пошло тупой Бачилова. Бессмысленное, беспощадное. Как же меня бесит, что они подсвечиваются. Пипец, бред.
Естественно, тут непонятно, в какой момент это все кончится. Может быть, когда пули закончатся, может быть, еще когда-то. Нужно защищать башню, то есть они просто бегут. Нужно просто отстреливаться, как в аркадном боевичке дешевом. Бля, ебанись тут, смотрите какой. Пулемет дали пострелять. Вот это я люблю, в принципе. Очень глупо. Реально для школьников. Не зрелищно, в общем. То есть ничего такого нету. Крутого. Видали покруче. Тут типа отстреливаешь просто так. То есть какое-то время, да, они 5 минут, к примеру, сейчас будут бежать. Все полностью на скриптах. То есть вот, сказано, к примеру, 5 минут. Значит, 5 минут. Вот написано, идет еще одна волна. Давай отбиваешь еще одну волну. Не знаю, какой здесь смысл. Я понимаю, хотя бы сложно было еще, ладно. Это вообще не сложно, как бы, легко. То есть просто как бы пострелял, потом сейчас дальше пойдешь опять с этим чебуреком поговорить. Потом, возможно, опять надо будет куда-то бежать. Уже вот это вот третий раз вот я на эту планету прилетел. Первый раз куда-то побежал. 30 метров отбежал. Не на другой конец планеты, не в другой город. 30 метров. Причем забор открыли. Ты туда отбежал, пострелял. Все, защитил. Пришел, поговорил. Потом опять зашел за эту, короче, за стенку. Там опять ворота открылись. 20 метров прошел. Там, короче, бьешь этих хасков. Пострелял, прибежал сюда, вот сюда надо бежать. То есть все, вот эта вот вся сцена, она 200 метров вообще, вот весь уровень. И ты сначала чуть-чуть туда отбежал, потом чуть-чуть сюда. О, какой-то монстр, не знаете, это герой, что ли? Вернее, босс или не босс? Точно, босс, наверное. Ебанись. Блять. Как бы отсюда съебаться, база фака. У него броня, вот, как мы видим. Просто тупо стреляешь, он даже ничего не делает. Видите, он как идиот ходит, он даже ничего не делает. Блять. Что делать, ёпта? Блять, чё за хуйня, ёпта? Ебанись, уже полчаса тут стреляем. Это уже третий вот такой хрен. При этом, естественно, хелсы у тебя нету. То есть, даже если он тебя трахнет, надо просто несколько секунд от него подальше подержаться, что легко. И ты можешь так бесконечно вообще. Вот он сейчас трахнет меня. Не трахнул. О, трахнул. О, видите, кровь начинает. И... Ну, тут я не успел сбежать. Что-то он меня сильно трахнул. А так, по идее, ты просто... Отбегаешь как бы 2 секунды буквально 2 секунды и все, короче. Короче, спасли бы этого. Вернее, не спасли, тот хрен умер, другой возглавить стал. Ну, короче, нужно... Он сказал, давайте каких-то кроганов, перемирие давайте, короче. Ну, короче, как обычно, затягивание сюжета. То есть вначале, да, все круто, сейчас сделаем, потом в итоге пошли... Давайте это, давайте то, мазафака. Yes, вот, поэтому нужно дальше миссии выполнять. На этом я серию, пожалуй, закончу. Потом продолжу. Могу сказать, что сейчас я уже практически 4 часа играю в игру. Ну, а тут вот прям есть, вот смотрите, сохранение, видите, 3 часа 40 минут. Вот. То есть уже не так и мало, да? Это уже вам не 15 как бы минут. Как любит говорить, что я там за 15 минут посмотрел и сделал вывод. Я специально здесь решил не 15 минут, а максимально много, а сколько пока конкретно не надоест проходить. Вот. Пока что я вижу достаточно куцый геймплей. То есть геймплей сами видим, да.
немножко постреляли, побежали, болты, и потом опять немножко постреляли, потом, может быть, побольше постреляли. Но уровни просто смешные, консольные уровни, то есть... Ну, вы сами видели, какие уровни, это куцы. Никакой свободной игры нет, вот только вот здесь вот на Нормандии ты можешь побегать как-то, и то, она же малюсенькая, да, ну 4 палубы, ну а что здесь бегать-то? Нечего бегать, никого ни мира, ничего нет. Ты прилетаешь на какую-то планету, там бежишь по коридору, просто по коридору, полный коридор, потом выполняешь миссию, да, ну просто добегаешь до конца, базары-базары там, базары-шмазары, и потом, короче... завершение, вот. Но я буду дальше все равно играть, посмотрю еще какие-нибудь миры и так далее, вот. На этом эту серию я завершу, пока.